Эгегей. С вами лесбиянки Сус и Рустикс. Да, и сегодня всем здорово, нагнали Киберсус, с вами Блять. Киберсус и Рокстикс, и сегодня мы продолжаем спидран по Майнкрафту. Наши Сегодня, лесбийские отношения. да, сегодня у нас уже 30-я серия. Наверное, хуй знает. Да, у нас уже 30-я серия. Бля, дожили. Короче говоря, что можем сказать? Да ничего, у нас плачевно все нахуй. Ну да. Продолжаем строить мобу ферму. Ну, кое-как. Да кое-как. Немножечко поиграв вне записи. Да, при этом там был контент что-то больше, даже больше, чем обычно у нас в обычных сериях, да? Контента было. Ну да. Там Там распиздились. целые даже вещи, которые вы бы не увидели в сериях. Типа, я был в шахте. Охуительно, да? Я Варденом был убит. Да. Я еще упал с высоты, то бишь я вообще как бы почувствовал себя конем. Ну просто жесть. А он, я не знаю, чем он занимался. Ну, я добыл 2 стака, да и все за 2 часа. Надо было включить видеозапись по-хорошему, чтобы там хотя бы слышали. Ну да, по факту. Да и все, как бы. Как подняться нахуй? Да или вообще все к хуям сломать? Under pressure. Мы просто сейчас недавно записывали целую часовую хуйню. Про этот. И вот, как бы уже, как бы не то, что прям сил нету, но все же чувствуется такая усталость. Да, хочется спаленьки, спаленьки. Ну да, еще завтра в колледж ебашь, это же просто пиздец. Да, до 6 часов утра. Ну, мне-то в 6 часов утра, ему-то я хуй знает во сколько. Ну, я встаю обычно в 6:40. Ненормально. Бля, я тоже в 6:40, хотя нет, обычно я в 6:30 встаю. А мне нихуя не нормально. Этот ебан хотя бы рано приходит, а я вот поздно прихожу. И он спит. Давайте посмотрим, как здесь строить малую ферму хотя бы. Так, о господи. Допустим. Моба ферма. Где мотивацию надо поднять? Бери анима булит. Ай, мабулец. Где моба ферма-то? Моба ферма. А вот. Привет, на... Здорово, И здорово. понятно. Ты много говоришь слишком. Ведь по углам крест построить, я говорю, Так. в ширину. Так, дальше мы. По Что? углам. Теперь стройте крест с каждой стороны по 8 блоков и 2 блока в ширину. Так, мы дальше обводим вот так вот. Бля, мне получится опять. А ты ровно 8 блоков? Просто, может быть, я неправильно сделал. Так, с 8 блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, значит, я 3 раза так неправильно сделал. 8. Раз, два, три. Опять мы тут начали обсуждать Обломова. Да. Чё, по 8? То есть, получается, ты там 3 раза не сделала по 8 блоков. И, Да. да и, ну и все. Так, сейчас мы обводим, получается, надо будет нахуй снести строительный сад. Давай краткий обзор, что ты делаешь там. Я делаю ферму пшеницы возле нашего дома. Ферму пшеницы? Ну или кого-то чего-то фермы. Просто я заебал это ферма арбузов, который я развалил, поэтому я сделал хоть какую-нибудь ферму. Блять, как подниматься наверх?
Удивительно. Бля, опять булыжник заканчивается. На ебаный рот. У тебя случаем нет булыжника? У меня только 27 штук. Да, сойдет. Бля, ебать лагает. Но я в рот не был. Это Майнкрафт, если честно. Ну, такие дела. Ебаный бедрок. А, все. А, нет, не все. Ставь, блядь, долбоёб конченый. Чё, ёбаный компьютер, я сейчас хуем тебе разъебу. И ёбаный Майнкрафт тоже сейчас сервера ёбнем. Задудусим. Так, что дальше? По углам постройте ограждение, поднимайте его ещё на один блок. Теперь соедините кресты, поставьте... Так, на один блок поднимаем. Надеюсь, эта моя ферма будет рабочей. Не, ну она будет, если ты правильно сделаешь. А, ну еще, кстати, нам в этой серии надо активировать этот будет. За серией, которую надо по-хорошему было бы записывать, мы полностью поубивали всех эндерменов. И у нас сколько там, 12? Да, у нас все есть. Ну, у меня нормальная экипировка, у него нет. Ну, хуй знает, ой. Ну, относительно. А, у него такая, ну... Сойдет. Под пивас зайдет. Да. Как Турмс. Кто играет в War Thunder, поймет. Давай, это лагает, конечно. Ну, похуй. Это проверочек. На разогрев видеокарты. На прочность. После браузерных игр. Или надо поспать по-хорошему. Давай поспим тогда. Ну окей. Павел. Павел. Так. Хуйня. Так. Хуйня. Хуйня. Не шума хуйня. Вот же хуйня. Вот же хуйня. Бля, ебать лагает. Как же меня нахуй бесит этот Майнкрафт тем, что еще жестко лагает. Эх, ну такие дела. Да, бывает в жизни ограничения. Under pressure. Эх. Мяу-м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 яу. Я охуел то, что Тимофей, кстати, остался в это. Так, а у нас день еще. А, у нас день? Да хуй поспишь. А при чем здесь Тимофей? А, ну то, что я приходил, то, что он в школе остался, думал, он съебется. Вообще, это имело смысл, да. Остаться или съебаться? Ну, съебаться, да. Ну, типа, он, я не знаю, я о нем вообще ничего не знаю. Ну, это уже. Ну, я знаю то, что он в Fortnite играет, и все. А, ну да, это, если что, я знаю. Кстати, дорогие друзья, никогда не становитесь волонтерами, так как... Ну и вы, конечно, можете, и я ничего не говорю, блять, долбоеб, чуть вниз прыгну. Ну просто это, бишь, пиздец, это ебаться так надо, это нужно много свободного времени, я сегодня... Я, короче, когда волонтерство, я чуть яйца себе не отморозил. Офигеть. Это ж пиздец, в минус два стоять в голых ногах практически. Печально. Потом, ну хотя бы когда лес убираешь, так дальше... Ставил булыжник, ок! Теперь соедините кресты, поставив булыжники по краям. По углам два блока вверх.
соединяем боженьки. Вот что вот он делает? Ладно. Соединяем булыжник крестами. Under pressure. Mm-hmm. А, кстати, бля, когда я ведь строил ферму, а там ведь много ошибок допускал и приходилось перестраивать. А здесь, надеюсь, такого не будет. Ну, такую же, такую простейшую конструкцию ты, наверное, потянешь. Да. Твои копыта посянут. Ебал ПК. Хули он тут возникает, блядь. Мало того, что Майнкрафт не тянет, так еще и, блядь, пиздит на меня что-то. Сейчас, я думаю, мы доделаем, и я схожу, активирую портал. Ну, допустим. Ой, блядь. Полезная информация. Да. Получается, мы записали 4 видео, включая Майнкрафт. Да, ну получается, да. Спор, женщины. По мнению Рустик, по желанию Рустикса, он захотел. Он захотел. Ну, это ты как бы увидел? Не, я увидел, что-то прошел тест, а я такой в пизду, надо про музыку проходить тест. Бля, тут дерево мешается, надо его спилить. Разве мешается? Сейчас посмотрим. Не особо. Вот хули оно тут мешает. Так, один, она на 2 блока максимум мешает. Надо его спилить все равно. Получается, у нас мобоферма в этом построена, в дереве. Ну, типа. Так, скоро мы... Обожаю невидимые блоки. Мэджик. По-хорошему нам бы камнелом не построить. А у нас есть камнелом. Но как же все же красиво. Как же Тагил изменился при Собянине. А это не Тагил, это ЕКБ. Это ЕКБ. Давай спать тогда. Окей. Я умру. Нет, не умер. Удивительно. Бля, как же ты меня не беси. Не беси меня по-хорошему. Я тебе кричу, ёпт. А, еще си... А, и это я снял. Да, и это я снял. Мне еще без скина, к сожалению. Ну, бывает в жизни огорчение. Да и, кстати, этот... булыжник. Сейчас. Вот 27 штук. Let's go to the sleep. Сейчас у нас есть еще. У нас вообще нету булыжника. Не, вообще нету булыжника. А хули у нас тут булыжник? Эх, а если смотреть так, то мы начинали спидран просто по рофлу. Мы играли в Майнкрафт. А, кстати, я сегодня пересмотрел первое видео. Не знаю, почему, просто натыбись. Да, но все же, дай, кстати, 12 этих эльдерглазиков. У Кокрая. Ну окей, сейчас. На. И хуй знает, как же назвать эту серию, получается. Дом не прогружается даже. Ну, типа... Ну, если ты достроишь мобоферму, то понятное дело... Нет, мобоферму я точно не дострою. Конечно же. Ну, значит, активировали портал. Активация портала. Ага. Как бы действительно важен. Пчелы где-то это так высоко. Охуеть. Я понял то, что маленькие серии, они как бы более мобильные, чем большие серии. Проще мелкие серии по 30 минут записывать, чем большие
на целый час, в которых не особо-то и много происходит. Ну да, просто копаешься в шахтах 2 часа и находишь один алмаз. Это стоило того, это хотя бы какой-то, знаешь, прорыв был. А, это был breakthrough. Да, breakthrough. Это нормально. Эх. Ладно. Ох, ебать, блин. Ладно, я пошел заниматься активацией фермы. Ой, блядь. Портала. Надо какую-то дорогу, что ли, цивилизованную будет сделать. Хотя нахуй. К порталу? Да. Блять. Пиздец-то, конечно. Так, если что, мы записали координаты. Это главное. Ночью успеть будет дойти до мобофермы. Так, мне хорошо интересно слышать. Погромче можно? Вот так вот, допустим. Звуки рабочего стало поменьше немного. А это вот так вот сделаю. Вот. А то микрофон на максимум работает, а сама звукосистема не особо. Нашел уголь. Нахуй его? Охуеть. Нахуй его? Копал? Молодец. Да, хотя у нас около дома там нахуй уголь. Мы ведь в этих расположились. Нахуй его еще копал? Ну ладно. В этом тоже есть смысл. Вообще надо по-хорошему говядину убивать. Первая корова. О, я же забыл то, что у меня, оказывается, Рустик сдал этот новый меч на замену железного. Охуеть. Он просто охуенный. У него есть облик огня один, и он зажигает всех, да. Зажигает все. Да, как ты зажигал лазер на шоу. Что, блядь? Ну, когда ты был на хайпе. А, ну да. Хули она мне помахала, ну чё старая моя разматичка, что ли? Охуительные сектории, о которых невозможно молчать. Я, короче, тебя там махал. Блин, спустился. На дно Ютуба. Ну мы и так на дне Ютуба, но надеюсь мы... Золото, а? Просто, блядь, по приколу в пещеру зашел. По приколу просто. Ебать, тут золото. Да, ебануться. А, ну и тут сразу же конец. Ибрагим. Кстати, Мустафы там нет. Не было. Жаль. Автор этого теста не шарил за Мустафу. Ну зато шарил за Бладил Блада.
бля, мне нужно пожрать еще. С одной тычки получается убивает корову. Нихуя себе. В принципе, неплохо. Могло быть и лучше, конечно, но это тоже неплохо. Грех жаловаться. Почему здесь так много разбросано кожи? Кожи? Да. В смысле? Она... Я уже 6 собрал. А хуй знает. Возможно, я просто тоже убивал коров и скидывал их кожу, хуй знает зачем. Не, надо бы исчезла все кожи. Но она почему-то не исчезла. Странно, real strong. О, еще корова. Так, ну я половину точно пути прошу. Еще. Барашки спавнятся друг у друга, но это нормально. Парен, бля, мотивация. Нихуя себе. Да чё за... Охуеть, вот это ровное. Охуительный просто водопад. Отпускаю и к ней. А тебе туда надо? Нет. А, ты просто так? Да. Да хуй знает. Просто дохуя времени. Нам ведь не надо записывать ни обзоры, ни хуй. Вот поэтому, бля, решил спуститься. Тут слокмиты есть, можешь собрать. Вот это? Да. А зачем оно нужно? А, ну с помощью его можно сделать бесконечный источник лавы. Не, он нам хуй нам не нужен. Не, ну просто как декорация или... Оно еще и дамаг делает. Так что, в принципе, может как защита быть. Подумаем, подумаем. Вот когда я на него наступаю. Ай, бля, дает. Я думал, не дает. В попу дашь. Бля, половину пути прошла, хуйня какой-то. Блин, даже сталкмит дал, а шульга нет. Да. Вот пример, блядь, для нее. Бать, тут мобов заспавнилось. О, золото. Щи, золото. Туда и ван да и выпас попал. Намилс, побилс. Слушай, пидорас, пидорас. Ебать, тут бомжи. Ё-моё, не умирай. Живу. А хули они не горят? Я долбаю.
Я умер, я половину против пошел, а зачем ты сюда зашел? Просто заманило, знаешь. У железа. Где? Вот. А. Да, с такой неосторожностью, я думаю, я долго не проживу. Что за двух печек? Скажи, что сейчас было? Я не знаю, это там меня чуть крипер не убил. Не, это я про реальную жизнь. А. Real life. Мяу, мяу. Ты что, блин? Охуительные звуки от коня. Бля, я думал, я алмаз нашел. Ладно. Это каньон, и хуй знает, как здесь подняться. Жить на свете места лучше нету, чем бродить с друзьями по белому свету. Не страшны тревоги, нам любые дорогие дороги. Я еблан, нахуй я сюда полез, вот я дебил, ес-ес. Скибиди доп доп доп, ес-ес-ес-ес. Кстати, этот хайп наконец спал, а я тут этот меня мем максимально выбешил. Да ладно. Да, пизда. Да блядь, зомби ебал. Ну хули тут спавнишь? Давай, 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 Валера, 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 поднимаемся, поднимаемся, Валера, нахуй. Хули не поднимается, блядь, проще самому подняться. Блядь, да ты... Да поставь ты нахуй, мудак ты конченый, блядь, ты что, не понимаешь? Пиздуй, подостан. Что? Что? Просто я включил однажды, сегодня или вчера, серию, где-то там... Пел это Noize MC. Ну все как у людей. Что, блин? Ну да, буквально. Это, по-моему, та серия, где я сделал превьюшку типа бра. А, вот. Кстати, да, я вернулся к деланию превьюшек. Да, теперь он делает у себя там с помощью нейросети превьюшки. Какие нахуй нейросети? Ну, а, ты... ну вообще да, но это только вырезает картинку только он. А так все по старинке. Ты в том же сайте делаешь? Ну да, и только картинки я вырезаю на другом сайте. А, но там у них тоже на том же сайте появилась нейросеть. А, ну там я хуй знаю, как ей пользоваться, без разницы. А там регистрироваться надо на сайте. Да, абсолютно похуй. Вот. Чтобы нейросеть воспользоваться. Ну, короче, да, я вернулся. Да. В строй. Спустя продолжительное время. Сколько мне осталось идти? Сколько уже серий идет? А, ну, он уже 30 минут. Мы как раз сейчас активируем и закончим. Да. Вы можете перелистывать, ну, или если вы до сюда, конечно, досмотрели. Я думаю, Рустикс не останется, не зажмут, ничего, и сделает превьюшку для этого видео. Не, ну, может, в следующей неделе. А, я отсюда пришел? Какой вот, знаете, я не видел. Отпускаю и в небо. У меня, блядь, мужики пошлые моли поют. В ой, колледже. Бля. Это нормально. В принципе, я охуел, когда услышал, типа, бля, пацаны. Пацаны, вы кринжовые. А можно с... ХХКС. Можно с вами попозориться? Да. Причем они так громко пели, а как тогда звонок уже прозвенел. Потом я подарил себе... О, ведьма, давайте ведьму отпиздим. Нахуй есть ведьма. Что? Палочка? Вручалочка? Я подарил тебе сердечко, ты швырнула на пол. Я подарил тебе сердечко, ты ответила лол. Ну и хуйня, конечно. Они это вообще могли бы. У пошлой Молли есть покруче песни. Ага. Ладно. Скай. Да, ХХКС подрочи ногами. Господи. Тебе, наверное, об этом тоже будут просить. Чего? О.
Ты уже на пути? Ну я уже дошел, как бы. А. Но я зачем-то сюда пошел. Допустим. Хотя, по-хорошему, надо бы быстрее закончить и съебаться, делать обзоры. Вот просто все расписано, а в итоге из-за этого... Охуительного теста? Да, который, в принципе, неплохой, если бы было бы у нас время. У нас вообще времени как бы на выходных нет, ну, точнее, у меня нет выходных. Ой, да, время. Надо было ебаться с листьями, потом ебаться с украинскими этими. Лыжами. Да, лыжами. Полез. Действительно, куда я полез? Так, 885 и минус 809. Ой, паук. Я бы охуел, если бы он меня отпиздил. Сука, 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 сука. Ай-яй-яй. Так, 885. Бля, крипик. Бля, вас убили. Ну ты серьезно? И ты прямо сейчас закончишь? Давайте наебим систему и скажем, что мы активировали, на самом деле мы не активировали. Ну, допустим. Потому что там еще искать надо. Давайте завершать. Ну, давайте. Короче, мы пришли с голой жопой. И ушли с голой жопой. Угу. Но зато мы записали для вас охуительный тест, который, наверное, не наберет просмотров, но все будет зависеть от превьюшки. Да, превью, это название. Да. Короче говоря, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вы были на канале Киберсус. Это был спидран по Майнкрафту. С вами был Сусрусик. Всем удачи, всем пока. Да, всем вам, лесбиянки, счастья.